Привет, народ! С вами Дмитрий. Сегодня будем менять аккумуляторы в аккумуляторе от шуруповерта Hitachi 10,8 вольт, ну 12 вольтовый, короче. Здесь у нас разбирается эта фигня следующим образом. Выкручиваются два самореза вот таких вот, с такими вот звездочкой. Здесь вот один и здесь вот один. И разбирается, располовинивается корпус вот этот. Снимается пяточка вот эта. Извлекается сам аккумуляторный элемент. Представляет он собой вот такую конструкцию из трех литионных 18650 форм-фактор аккумуляторов, соединенных последовательно с платой БМС. Также плата БМС, залитая герметиком, вся фигня. Как-то вот так. Ну, по сути, нам просто надо будет отсоединять аккумуляторы. И их заменить на вот такие вот. Вот такие вот литокаловские три аккумулятора, достаточно высокотоковые. Маркировка, кому интересно. Вот эти хлястики нафиг не нужны будут. Будем их убирать. Так, ну для начала надо отколупнуть вот эти вот картонки приклеенные и вот этот вот уплотнитель. Итак, отколупнули мы все эти фигни. Диэлектрические типа. Ну и смотрим, что у нас тут и как у нас тут. Да, надо бы на корпусе пометить, где у нас полярность, где у нас плюсы, минусы. Все такое прочее. Вот такая вот конструкция. Вот, разобрал я, отсоединил плату БМС. Теперь надо с этих аккумуляторов снять вот эти пяточки и потом их припаять на новые аккумуляторы. Потому что эти пяточки нам будут достаточно нужны. Также и здесь. Ну вот, как-то так. Снимать будем их, наверное, с помощью такой вот лопаточки. Ну или типа зубильца. Как-то так. Ну вот я, короче, подготовил эти пластинки к пайке. Залудил. Аккумуляторы новые тоже. Залудил. Будем спаивать, собирать. Запаивать будем следующим образом. У нас есть такой вот паяльник. Собственно говоря, сам аккумуляторный элемент. Температура паяльника 350 градусов. В принципе, нормальная температура для пайки. Хорошо прогретый паяльник это. Я думаю, более главное. Так, теперь надо вот эту тоже запаять. Ну вот, как-то примерно вот так. Таким же макаром будем остальные
подготовленные такие вот железочки запаивать. Так, теперь смотрим. Плюс, плюс, минус, минус. Это у нас соединенная банка. Две банки, так. Теперь здесь у нас минус, плюс. Это вот такие вот две железочки. Это у нас вот сюда. Это у нас сюда идет. Это ее прикладываем. И запаиваем. Ну, как-то таким вот образом. Сейчас получше. Получше, поудобнее бы ее взять. Проще, конечно, было бы точечной сваркой все это сделать, но у меня нету сварки. В принципе, так нормально получается. Ну вот как-то так. Ну вот аккумуляторы приготовлены таким вот образом. При помощи паяльника припаяны вот эти железки контактные. Теперь можно собирать аккумулятор в кучу. Все три приготовлены, припаяны. Теперь будем обратно по последовательности его собирать. Так вот, устанавливаем и фиксируем батарейки. Ну, зафиксировал их скотчем, как они и были зафиксированы с завода. Теперь припаиваем контакты. Будем припаивать сейчас все контакты. Начнем с этих. И потом будем собирать в корпус. Как-то так. Такая вот штука получилась. Припаял я все эти аккумуляторы. Вот это плюс. Вот это минус. 12 вольт есть. Ну, 11 с копейками. Сейчас тестером пощупаем еще. Вот, ставил я тестером. 11,36 вольт. Все, теперь собираем в корпус и закрываем аккумуляторный элемент. Вот такая вот штука вышла. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Так, в итоге, что мы получаем? Аккумулятор для Hitachi собран. Емкость, правда, я не знаю, какая у тех батареек. Вот такая вот штука. А вот старые аккумуляторы, родные его, которые вышли из строя и ничего уже на них нету.
Ну вот, как-то так. Всем пока.